Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу скрипт для Listening Simulator. Для этого нам, как всегда, потребуется чит. Ссылочка на него будет в описании. Буду использовать под названием Star. Также, кто не знал, это мой личный чит. И можете быть уверенными, то, что здесь не будет вируса. Так, для того, чтобы нам активировать скрипт, нам нужно сначала заинжектиться. Нажимаем вот на Inject. А если у вас такой же антивирус, и вылазит вот это окошко, которое у меня вылезло, просто разрешаете и ждете, пока у вас заинжектится. Так, все отлично. Теперь вставляем скрипт из описания и нажимаем Exclude. Так, все, вот он появился. Здесь всего лишь две функции. Антиавк. Получается, вас не будет кикать по истечению 20 минут, если вы будете афкашить. Вот. И вторая функция автофарм. То есть, смотрите, получается здесь не просто автофарм, а сразу идет автофарм с автопродажей. То есть, две функции в одной. То есть, он набирает силу и сразу же одновременно ее продает. Вот. Таким образом, в принципе, можете уйти на долгий промежуток времени куда-нибудь, включить вот эту вот функцию и чисто тупо стоять фармиться. Так, давайте глянем, что там есть в магазине. Не знаю, на что-нибудь хватит или нет. Так. Ага, 29 тысяч монет. Ну, в принципе, можно попробовать накопить. Здесь у нас вместимость. Ну, вместимости мне, в принципе, и так хватает. То, что есть автопродажа. Так, стадии у меня тут не хватает. И трансформация. Так. Ну, я так понимаю, тут в основном получается все за робоксы, скорее всего. Или можно их без робоксов купить, я точно не знаю. Потому что не играю в этот плейс. Так, все, накопил, в принципе. Давайте покупаем. Получаю я по 280. Покупаем. Сколько я сейчас буду получать? 370. Ну, как видите, все работает. Заработок почти на 100 рублей. То есть на 100 монет стал больше. Вот, если точнее быть, то 90. Ну, в принципе, у меня на этом все. Кому понравился скрипт, можете пользоваться. Ссылочка будет в описании. На этом я заканчиваю. С вами, как всегда, был Acebun. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи и пока.